По статистике, с приходом летних каникул количество несчастных случаев с детьми резко увеличивается. Чтобы снизить детский травматизм, сотрудники школы номер 14 провели открытое собрание с родителями, на котором объяснили, как избежать неприятных инцидентов. Наша школа находится в таком месте, где повышенная дорожная опасность. У нас и улица 9 мая, которая сейчас просто насыщена транспортом, а многие дети переходят эту дорогу. И улица Дружбы, которая постоянно тоже с большим транспортным потоком. И каждый родитель должен понимать, какова у ребенка безопасная дорога домой. Говорили не только о безопасности на дорогах, но и правилах поведения у водоемов, а также соблюдение детьми комендантского часа. Особое внимание уделили социальным сетям. И попросили родителей внимательнее относиться к тому, сколько времени их ребенок проводит в интернете. Инспекторы напомнили, что в случае каких-либо нарушений наказывать будут именно родителей.